А сегодня, 8 мая, торжественно сообщаем. В муниципии Белс будет зажжен вечный огонь в честь 70-летия Великой Победы над фашизмом, в честь героев-освободителей нашего города. Вечный огонь будет гореть непрерывно, как символ вечной памяти. Пусть не будет войны никогда. Пусть спокойнее спят города. Пусть сирены пронзительный вой не звучит над твоей головой. Ни один пусть не рвется снаряд, ни один не строчит автомат. Оглушают пусть наши леса только птиц и детей голоса. И пусть мирно проходят года, пусть не будет войны никогда. Сегодня, в этот день, который запомнится нам на долгие годы, мне хочется поблагодарить вас прежде всего за то, что мы сегодня получаем возможность каждый день, и утром, и вечером, и днем, видеть этот зажженный огонь. Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Молдова Мухаметшину Фариту Мубаракшевичу. 70-я годовщина Победы, вечные огни разожжены в трех городах. Сегодня Бельса. Хотел поблагодарить за помощь в реализации этой яркой акции компанию «Молдовгаз» и лично Александра Владимировича Гусева. Сегодня мы чтим память погибших героев. И чтобы свеча памяти не затухла никогда, мы привезли вам пламя вечного огня. Это пятый по счету мемориал в Республике Молдова, на котором сотрудники АО «Молдовгаз» при поддержке «Газпрома» и местных органов власти зажигают вечный огонь. Внимание! Начинаем торжественную церемонию зажжения вечного огня в честь 70-летия Великой Победы над фашизмом. И все же предоставляется ветерану Великой Отечественной войны Владишевскому Владимиру Филипповичу и председателю Совета ветеранов муниципия Белс горд Александру Ивановичу. Трагедия коснулась каждой семьи. Друзья, помолимся о павших. Thank you.
победа!